за лагерь. А, ну вот хотя бы так, да? А, что за лагерь? Что за лаги-то, блять, ёб твою маму. Фак. А так толь, пофиг. Ноль! Меня сейчас опять убьют, короче. Потому что он бегает пипец быстро. How about we play a little just the tip? Так, что сделать-то? Бочку на него скинуть, может поможет. Я не понимаю, я не понимаю. Когда я не понимаю, меня это очень сильно печалит. Что было? Oh, that's nice. Может быть, у меня урона просто тупо не хватает на него, чтобы защиту пробить. Ну ни хрена себе, а сколько же ему урона было вот это? 2003. Ну, у меня других предположений нет. Блять, как идти туда? Или может быть на него какой-то... Ну, навряд ли, конечно, но... Вот опять ноль, смотри. И опять хер знает, что делать. Ноль, просто ноль. Нет урона. Не, я, конечно, так до бесконечности могу бегать, но толк. Блять, нет, не могу, наверное. Давай, двигайся, придурок, завалят сейчас. Оу. Блин. Не, так не пойдет. Надо сначала разобраться, почему происходит, а потом уже дальше играть. Не знаю, поставлю опять нереально один, попробую.
Так. Ну ладно. Пусть будет нереально один, хрен с ним. Сейчас посмотрим, может быть, и на этом уровне эти не будут дохнуть, тогда я вообще не знаю, что делать. You're getting the point? Хитрые твари. Из-под земли выкапываются. У меня улучшений вот этих аспектов. Знаешь, сколько? Как это посмотреть-то? 853 и плюс еще этих 100. Короче, больше 3000 уже, наверное. Не знаю, куда их девать. Нет, их продать, конечно, можно, но они продаются, во-первых, по одному, во-вторых, при продаже подглючивает игра. Ну, то есть, фризит. При каждой... Короче, затрахаешься продавать. А улучшать их денег стоит. Причем так не слабо кушает. Запасик. Сбережений. То есть вот у меня сейчас... 1 165 000 на все улучшения, если не хватит просто денег, тупо. Если даже я их все решу улучшить. Пятьдесят шесть. Серьезно? Наверное, мне точно урона не хватало. Даже с критом. Офигеть, сколько же вам урона-то надо? И как это... А как тут урон-то прокачать? У меня и так, по-моему, урон стоит. Ого, какой... Ладно. Хрен с ним. Вот эти твари, да? Нет, нет. Нет, 600. А может быть, просто на них крит не действует? Хрен знает. Может быть, кстати. У меня у этой пушки, в общем-то, весь урон в крите. Лежать. Лежать. Просто всегда в ярости их убивать, а вот он бежит. Опять один... Что? А, во! Понравилось? На это, сука. За все мои страдания, падла. Ну вот так нормально, хоть убиваются, по крайней мере. Ай-яй-яй, плохо все равно тоже. Ай-яй-яй-яй. Собаки сильно дамажат. Походу тут без тяжелой артиллерии не обойдешься. Ну-ка. Сдохни, тварь. Тварюга такая.
killing you guys is wrong, I don't want to be right. То есть обычный урон вообще нулевой. Что такое опять? Ну не нулевой, но очень маленький. Только крит. А работает. Да но... Сволочуги такие. Не, ну так интереснее играть, конечно, когда это. Когда тебя валят. Приходится отпрыгивать. Прыгивать. Да уж. Весело. Сказал. Прыгивать приходится. Дальние атаки применять. И вообще осторожничать. Но опять что? Что происходит, блять, опять, а? На статуэтку не дают посмотреть. Заразы. Пас, ну тут. Killing in the name of. Четверых из восьми уничтожил. Хорошо. Подожди, а может я их не убивал? Тут, короче, система такая, что есть. Что если один враг может как бы стать неуязвимым, пока второй у него на привязи, как бы. Вот, пока того на привязи не убьешь, этот неуязвим. Но, вообще-то говоря, если так происходит, то привязь видно. Бывает.
Нормально. 5 ядро. Тут что, турель как-то можно делать? Тут вообще много чего я не делал. Тут дофига всяких опций. Можно как-то выбросить оружие или как-то не выбросить, а турель, короче, превратить ее в турель. Как это делать, хер знает, я еще не разобрался. У меня есть пулемет, гатлин, ну там разные есть. Вот это вот, например. В турель превратить. Тут можно много чего превратить. Этот пулемет тоже. Так, мог найти там. Ты че не прыгай, морал? Ладно, пошли сюда. Тихо. Гуд! Прям вот гуд! Das ist fantastisch. Так мне биться нравится, когда они дохнут. Здесь нельзя подняться рано? Нет? А. А как такое ощущение, что можно, ладно. Ваншот, а, хорошо. Назад, суки. Интересно играть, когда опасность есть. Not to sound like a racist, but all you demons really do look alike. Not to sound like a racist, but all you demons really do look alike. Okay, с этим. Нормально тоже. Что тут? Звенело что-то, ладно, пофиг. На каждом шагу звенит. Где он? Ага. Вот это плохо. Ага.
кролики еще как-то телепортируются так хитро. Вот эта катана, она, короче, у него бонус есть. Если убиваешь врага критическим ударом, вот таким вот, или вот таким, то тебе дают бонус. Во-первых, скорость передвижения, во-вторых, минус 50% урона тебе наносит. Поэтому... вообще топ катана. С ней-то я, ну, ее правда дают ближе уже, ну, не к концу, но в середине где-то игры примерно. It's not whiskey, but it'll do. Да и то как дают ее, надо найти это задание, потому что оно на карте не отмечено. Выполнить там кучу всего и потом получишь, короче, катану эту. Но она того стоит. Они еще и не умирают. Fucking shit. Засада, твою мать. Я не хочу здесь быть. Подступать некуда. Ну так прикольно. Мне нравится. Блин, жирный, а? Где он? Все, нет. А, еще один. На, типа, башки. Это твоё. Так, что тут еще есть? Что тут еще есть и куда мне еще идти? Так, тут сундуки вроде бы где-то на крыше, что ли? Нет? А, вон там, наверное. Красное тоже, да, ядро амбидекстри из двух рук. Refreshing. Я вообще за сундуком шел. А наткнулся на кролика. Хрен с ними сундуками, тут в них, как правило, ничего полезного нет, таких простых, ну как, мелочевка всякая. Ядра все дропают, прям ядра. Все, что ли, забрать награду? Ну,
Тут еще как бы... Как бы еще можно погулять, наверное. Нети по башке. Демон. Что тут красное такое? А, вот это что? Ой, ёлки. Так, ну-ка, ну по карте вроде бы... Тут карта, конечно, такая тоже, блин, хренная. Это что, вся карта, хотите сказать? Найс. Подобрался ведь как незаметно, сука. Сдохни, тварь. Кто-то что буянит? Ай-яй-яй-яй-яй, чё опять? Тут еще есть. Круто сделали, все можно разбить, но не все, но почти многое, особенно вот в таких домишках. Была такая игра, не помню как называлась. Там вообще все можно там. Вообще все можно разбить было. То есть стены, колонны, ну все, в общем, абсолютно все разбивалось. Не помню как называлась, тоже классная игра, бля. Там такие дестрои можно было устраивать. Вау. Так, ну что делать-то, все что ли? Поехали сдавать задание, наверное. Доски объявлений. 25 027 камней. Борьба с вредителями. 27 камней. 27 камней. Ну, давай сюжетку, что ли, какую-нибудь. Так, а где у нас сюжетки-то вообще говоря? А, сюжетки же вот здесь, да?
enjoying your vacation, Mr. Wang? Oh, it's going all right. I could use another Mai Tai and some sunblock, though. Well, if you can rouse yourself from your leisure, I have further use for your skills. What's going on? Some assholes are cooking up back alley shade in the slums. Oh, that's horrifying. I need you to put a stop to it. For the, children? No. To show them that no one sells shade in my territory without getting his balls shoved down his throat. I think I can handle that. Найдите в трущобах варщиков тени и разберитесь с ними. Отправьте сообщение, чтобы все поняли, что мамуси Хейка шутки... С мамуси Хейка шутки плохи. Давай. Давай. Надо посмотреть, что за камни надропались. А улучшение надропалось вагон с телегой, да? Тут как-то сортировка работает непонятно вообще. То есть абсолютно непонятно. Ученик кармы, шанс крита 6,8. Ох, мамочки, родные. Тут столько всего. Иди, твою мать, я в этом год не разберусь. Я это улучшал. И как разобрался, чего так цувать. Точнее говоря, тут все понятно, но как сказать-то, надо же так все сделать, чтобы все правильно было, а для этого надо башку, короче, сломаешь точно. Ладно, я с этим разберусь в одиночестве. Пока что можно в магазин зайти, наверное. А нечего там делать вообще-то. Пошли еще кому-нибудь жопу надерем. Найдите в трущобах варщиков тени, да, пошли. Так, найти логово варщиков и поговорить с владельцем. Так, записочка. Эй, что это вы мне налили? Записочка. Записочка. Еще можно вот так делать. Лучше не надо. Так, сундучок. Где сундучок? Сундучок. You know where I can get some shade? I'm partial to oak trees myself. Cut the shit. I know you're selling. All right. How much you need? 400? Shit. You serious?
only got dimes. You want more than that? You gotta talk to the chef. The chef? The guy who cooks the stuff. That's what he calls himself. And where could I find him? He doesn't really like visitors. Look, I got a lot of cash on me. I'll make it worth his while. All right. Tell you what. You head down that alley, and I'll tell him to come see you. Cool? All right, cool. See? That's how a master does it. Oh my gosh, I am so impressed. You're like really young and hip and streetwise. Can it? I need to focus. Так, фокус, фокус, они не фокус. Oh, fuck, блядь. Охренела. Что я делаю, а? Меня так завалить могут, если я так буду биться. Жесть, они жирные. Почему они на меня нападают? Вообще надо перестать тупить уже, наверное. Это я так долго не протянул. Где тут сундук? Опасные твари. So. Which one of you guys is the chef? Hand over the cash, or we cave in your fucking skull. I should warn you, this is a terrible idea. Fuck you! Засада, короче. Хотят меня кинуть. Да ты будешь меняться, нет? Не, оружие не хочет меняться. Son of a bitch set me up. Son of a bitch set me up. Сукин сын решил меня подставить, да? Или как там? Решил меня кинуть.
shithead! Long time no set me up! You wanna end up like your fucking friends? I'm sorry. I thought... You thought you'd tell me where the chef actually fucking is now? Yeah. He's up that way. Don't tell him I told you, okay? He's gotten real... weird lately. Yeah, I think you have bigger things to worry about. Like, say, never running into me ever a fucking again. That sounds reasonable. Hey, I'm nothing if not accommodating. Норм. Так, что куда идти? Спровоцировал. Цепную реакцию. Ну, вы что-то легкие. Чё у меня с мышкой опять, блин? Мышаня, перестань тупить, а. Нет, она не хочет переставать тупить. Видишь, батарейка сдохла. Ноет. Так, секунду. А ты типа крутой, да? Все люди как люди, а ты? А ты типа крутой. Оу, фак. Все зря. Стреляет, я не знаю. А, с крыши, что ли? Жирные. Твою мать, еще и крыса. Кто-то что ли? Жесть.
Больше взрывов, больше. Не, с мышкой точно что-то не то. Ай. Что-то она багует надо. Сейчас. Нормально там ходит чувачиндра. Чё опять фризит-то у вас, блин? Не пойду, там страшно, ну нафиг. Not to sound like a racist, but all you demons really good. Сдохла, нет? Жесть вообще. Не то чтобы прям жесть. Оу, фак. Еще один я. Сука. Почему ты промазал-то? Ага. Не нравится? Криты мои. Лошары. Точки сохранения работают, как будто локо подгружается. Просто пиздец. Где кто топает? Пофиг, короче.
Монстрила. Началось. Ты будешь брать, что тебе просят или нет? Понимаете? Блин, патроны что ли кончились? Офигенно. Нифига урона! Повар. Ха, так это и был повар. Это повар как раз и был. Нормально так. Косой, это просто пипец, ты косой. Не, ну я туда хочу. Натуре. Я только Son of a Bitch понял. Но я согласен. Ебать, еще один. Знаете что, ребята? Пора вам сдохнуть. Жесть их тут, блядь. Патронов все еще нет.
А этой пукалкой хрен попадешь. Она бесконечная, но... Но мазила. Поэтому особо... Особо метиться-то и не надо без нее, но... По этой мелкоте хрен попадешь. Это предсказание лживо. Это вот мудрое изречение. Патрончики. Жалко, вот эти нельзя разрушать. Меня бесит. Так, сундук. Ну, теоретически тут дело сделано. Можно валить домой. Сейчас вот сундук попробую найти еще. О, финал. Бабло. Не ломается статуэтка. Ну все, наверное, да? Что ли? Хотя тут я бы еще полазил. Тут так, знаешь, бывает. Идешь, идешь, хоп! Супер враг. А супер врага иногда супер пушка падает. Вот как бывает. Вот, пожалуйста. Это, конечно, не супер враг, но все равно. Он здесь есть. Как мне на козырек подняться? Давай. Давай. Эй, не хочет падла. По крыше можно гулять, кстати, нам. Не по всем, правда, вот по этой нельзя. Ну, это, конечно, зря они так сделали. Уж сделали бы до конца все крыши-то тогда. Да и все. Ну ладно, в общем, погнали домой. Mr. Wang, I trust you have good news for me. That depends on your perspective. What is that supposed to mean? Well, his next of kin probably aren't thrilled. The local vultures are delighted, though. Wait, is that some sort of idiotic way of telling me you killed him? Yeah. I thought it was pretty obvious. You goddamn moron! I told you to deliver a message, not slice him up. I didn't want him dead. I wanted him on my fucking payroll. I'm not so sure about that. He was pretty far gone. Don't tell me my business. If I want someone killed, I'll say so. Why didn't you tell her about Biggie? Shut up. Ладно. На этой прекрасной ноте я видос заканчиваю. Пока-пока.